Сегодня Вячеслав Гайзер совершил рабочий визит в Сысельский район. В программе главы региона было запланировано посещение фермерского хозяйства «Агроресурс» в селе Чухлом и районного многофункционального центра в Визинге. За процессом весь день следила наша съемочная группа. Максим Васильев. Обо всем по порядку. «Агроресурс» – одно из крупнейших предприятий Сысельского района, сегодня в стадии модернизации. В селе Чухлом реконструируют телятник, который был построен еще с советских времен. Теперь это будет современная ферма с беспривязным содержанием 165 голов, с автоматизированным доильным блоком. Стоимость проекта почти 41 миллион рублей. Еще 7 предприятий потратят на возведение собственного убойного пункта и цеха переработки мясной продукции. Причем сроки проектов вполне оперативные. Второй квартал этого года. Вся наша поддержка сегодня нацелена на то, чтобы сделать сельскохозяйственное производство в республике высокоэффективным. Это можно только добиться путем перевода его на другие рельсы. И вот тоже уже неоднократно приводил пример, ведь тот уровень, который мы достигли сегодня по тем же удоям молока, да, в республике, они несопоставимы даже с советским периодом. Да, у нас меньше стало крупного рогатого скота. Ну, это объективная реальность была. Но там на голову, грубо говоря, среднюю удой сегодня в республике там очень большой процент выше. И, соответственно, это касается и других направлений. Дороги, капитальный ремонт домов и отсутствие интернета – главные волнующие темы для жителей Чухлома, Ельбазы и Межада. Если по первым двум позициям есть те или иные программы, то доступ во всемирную сеть для жителей таких вот отдаленных населенных пунктов пока закрыт. Телефонисты не спешат прокладывать оптиковолоконную связь, видимо, нерентабельно. Вячеслав Гайзер заявил, интернет будет. С 2016 года правительство региона само займется подключением по специальной программе. Работа эта, понятно, убыточна. Республика абсолютно осознанно на себя будет брать эти затраты, просто чтобы дать возможность жителям глубинки тоже не чувствовать себя, так сказать, оторванными, да, от большой земли. Раз бизнес напрямую туда, ну, ни при каких обстоятельствах не придет. Либо мы все-таки в рамках работы над этой программой найдем вариант заинтересовать бизнес, имеется в виду операторов, занимающихся этой телефонизацией, поучаствовать в этой программе и на каких-то условиях все-таки туда вернуться. Специально для жителей совсем скоро заработает первый в сельских районах многофункциональный центр. Оборудование для него уже закуплено, и теперь по всем госуслугам, будь то это регистрация или социальная помощь, информацию можно будет получить именно здесь, ориентировочно уже в начале лета. Максим Васильев, Владимир Шишкунов, телеканал «Юрганс», Сысельский район.